Друзья, всем привет! Хочу предоставить вам классную новость. Короче, сейчас я нашел VCS блок сервис, да, с Евротраком. Короче, фанаты спросили у разработчиков, чем они занимаются. И хочу вам показать прикольную тему. Разработчики, короче, уже 5 лет занимаются Скандинавией, хотят выпустить новый DLC. Называться он будет вот так, Евротрак, Nordic Горизонт. Когда выйдет, еще не ясно, так как они уже 5 лет этим занимаются. Короче, прикол в том, что они хотят Скандинавию DLC новую продлить. Сейчас я вам прочитаю, короче, где я тут читал. Так, сейчас, вот. Путешествуйте по шведскому Норланду по главной дороге Е4 вдоль восточных населенных регионов, а затем отправляйтесь на запад, бесплодным холмам скандинавских гор вдоль норвежской границы. По пути вы встретите промышленные районы, шахты с бумажными фабриками, чтобы добавить дополнительный уровень реализма вашему приключению на грузовиках. Короче, здесь около... Блять, там около, короче, 20 городов, что ли, они добавят. DLC называться будет Nordic Горизонт. Вообще классная тема, да. Разработчики уже, короче, 5 лет я почитал. 5 лет уже разбираются, да. Ну, делают, короче, эту Скандинавию. Короче, хочу вас всех поздравить. Скоро выйдет вот такая вот DLC-шка. Nordic Горизонт. Спасибо всем за внимание. Хотел просто быстренько рассказать, пока не забыл.